наша спальня, спальня родителей дальше по коридору. И вот такая у нас большая гостиная, стол, кухня и вид на Мельбурн. Сейчас у нас немного уставшее состояние. Мне кажется, как будто меня просто перешибли, потому что мы ночью совсем плохо спали, проснулись в 3:30 и до 6 не могли заснуть, проснулись в итоге в 7:30 и пошли завтракать, но состояние немного пришибленное, именно потому что просто кажется, что тебя шатает и кружится голова, но я надеюсь, что это скоро пройдет. Я думаю, что дня через 2 мы полностью оклемаемся. В любом случае, сейчас мы идем изучать Мельбурн, идем гулять по городу, искать классные местечки и будем вам все показывать. Очень рано, и у меня было время даже накрутить себе вот такую прическу. Сейчас мы идем завтракать и изучать другой район города, называется Фицрой. И он, наверное, как Сохо, Нью-Йорк и Лондон, не такой модный район, молодежный. Так что посмотрим, что там такое. Итак, мы идем в сторону Фицроя по улице, которая напоминает мне 5-я авеню. Это все самые дорогие магазины. Все очень-очень красиво. Круассаны тоже необычные, с разными начинками и тоже какое-то классное место, так что сейчас все с вами увидим. Будем есть пончики.